Мэг. Власти Филиппин назвали число пострадавших в результате теракта в городе Давао. По последним данным, жертвами взрыва стали 14 человек, еще 71 ранен. Взрыв произошел на рынке в тот момент, когда там было много людей. На месте уже обнаружены остатки взрывного устройства. Оно было самодельным, достаточно грубо изготовленным. Пока никто не брал на себя ответственность за этот теракт. А это был именно теракт, уверены филиппинские власти. Ведь Давао – родной город президента страны, где тот раньше занимал должность мэра. По времени взрыв на рынке совпал с началом кампании против наркоторговцев, которым президент Родриго Дутерте объявил настоящую войну.